«Единая Россия» добилась принятия во втором чтении законопроекта о запрете высаживать детей без билетников из общественного транспорта. Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов подчеркнул, что это очень важная партийная инициатива, связанная с безопасностью детей, по каким-то причинам не оплативших проезд. В случае таких нарушений более уместны профилактика и предупреждение, сказал парламентарий.